Вот предлагаю послушать вам диалог дедушки. А еще через 3 года создатель химического оружия Фриц Габбер получил Нобелевскую премию. Ваш брось, дозвольте в бинокль вашу глянуть, а то завтра я помру, так не погляжу. Держи. Благодарствуйте. Ухи, чудеса. Архип, как думаешь, умирать страшно? Так это как поглядеть, ваш брось. Ну вот бинокль ваша. Так глядишь, вроде близко она смерть. Ой, страшно ее. А поворотишь, вроде и далеко она. Не боязно? Чую я маленькую такую бояться. Thank you.